попасть во время солнца. О, это вообще бомба была бы зимой. Так, где мы находимся сейчас по навигатору-то? По навигатору мы находимся в Ефремовском районе, если не ошибаюсь. Недалеко от поселения под названием Псырово. Ничего себе! Мы заехали. Это такой пульт. Я вот какой стороной, я не помню. Сейчас помню. Смотри, не перепутай. А синий и красный пол. Кажется, так. Так. Что, прям замыкание в концов, что ли? Надо вспомнить какой. Я нашел контакт. Да. Да по-любому. Фильм сделал. Тебе с утра надо снимать. Да там есть и это у Димона видюшки-то. Вот такой вот утес. Каменные плиты, мегамегалиты.
ждет, ножки вот блин. Левый, ну, там машины. Мантель. Ну, чё, бля? Снимаешь, да? Снимаю, снимаю. Дай 5 рублей, а, слышишь? Дай 5 рублей. Слышь, что, есть там что-то покушать, там семечки там, а? Есть, есть. Слышь, это все в машине осталось. Пойдем, может, там, это, там водочки там на лавочке попьем, а? Что там водочка у тёти Клавы почем? А, по тритончику, да? Ну что, нормально. Вот по такой дороге мы едем. Так. Фотоманьяки испытывают муки творчества. Не то, что, блин, всякие там 50 миллиметров. Я его полюбил себе. Thank you.
человек выложил. Ну да. Интересно, какая сила была у него, чтобы такое положить? Там уж видишь, они как друг подобные все. Ну да, вот. Они наверняка с них просто за счет выветривания, видимо, делало такое необычное.